Каждый из вас слышал хотя бы раз в детстве, что читать это полезно от родителей. Казалось бы, родители самые близкие люди в нашей жизни. Что сподвигло их дать столь вредный совет своим детям? В этом ролике мы разберем, откуда взялся миф о пользе чтения. От какой девушки тебе стоит бежать? Как высокая скорость чтения расходует твой жизненный потенциал? Почему книга это вымысел? И в чем же вред и опасность книг? А досмотрев это видео до конца, вы узнаете, как опасный наемный убийца смог выбраться, казалось бы, из безвыходной ситуации. Все постоянно твердят нам: читайте книги, они помогут вам в саморазвитии, увеличат вашу грамотность. Книги расширяют кругозор. Но давайте окунемся в историю. 1917 год. Николай II теряет престол. Позже Ленин и компания создают СССР, которая, как они считали, просуществует 1000 лет. На первый взгляд может показаться, что это общество ждет только процветания и успеха. Но произошла катастрофа. 26 декабря 1991 года СССР прекратил существование. Какое совпадение! Именно в этот день знаменитый автор Рэй Брэдбери писал о развале в своей книге. Но нам с вами повезло, что мы живем в век информационных технологий, Big Data, и со статистикой не поспоришь. Данный график иллюстрирует нам опасную тенденцию среди любителей почитать. Так откуда же взялся миф о пользе чтения? Гарри Трумэн, бывший президент США. Не есть и не спать, только читать. Не есть и не спать? Автор серии книг о Гарри Поттере. Я до сих пор верю, что книги – лучшее оружие в борьбе с невежеством и темнотой. Лучшее оружие? Эрнест Хемингуэй. Книга – это оружие, оружие, которое мы должны использовать. Но мне удалось расшифровать скрытое послание, и оно повергло меня в ужас. Не есть и не спать – лучшее оружие, которое мы должны использовать. Все еще думаете, что читать это безопасно? Но не меньшую опасность, чем книги, таят в себе женщины. Беги от нее, если она тебе изменяет и не уважает твою семью. Расходуя свой жизненный потенциал на таких женщин, необходимо искать ресурс для его восполнения. И многие люди восполняют этот ресурс чтением книг. Так как время – это деньги, каждый стремится увеличить скорость чтения, даже не подозревая, что именно из-за этого расходуется его жизненный ресурс x2. Я провел исследование и выявил закономерность между расходом жизненного потенциала и скоростью чтения книг. Мы с командой выявили формулу. Согласно этой формуле, мы с вами имеем возможность наблюдать данную закономерность. Ставь на паузу, подставь свои данные и напиши результат в комментариях. Математика – наука точная, и согласно данному эксперименту, в среднем обычный молодой тинейджер теряет от 40 до 80% своего жизненного потенциала из-за скорочтения. Можно сколько угодно вести расчеты, но какое это отношение имеет к реальности? Реальность – это все, что существует независимо от нашего сознания или восприятия. Это может быть физический мир, включая материальные вещи и явления, а также социальная, культурная и эмоциональная сферы жизни. Реальность не зависит от наших представлений о ней или наших ожиданий. Она существует независимо от нас. Так почему же книга – это вымысел, спросите вы? Для этого пришлось копнуть глубже, так как обычные методы сбора информации тут бессильны. Проведя анализ Big Data, я пришел к выводу, что Том Сойер, Робинзон Крузо, Шерлок Холмс, Дон Кихот, они не существовали в реальной жизни, из чего следует однозначный вывод, что это такая же наука, как и психология. Подведем итоги. Нам удалось доказать, что чтение книг приводит к разрушению стран, лишению тебя жизненного потенциала, пребыванию во лжи и вымысле. А ведь это только верхушка айсберга. Чтобы избежать ошибок прошлых поколений, вам следует уметь критично анализировать информацию, пользоваться современными интернет-девайсами, смартфонами, посещать только достоверные ресурсы, пользоваться VPN. И самое главное, не разрешать родителям повышать на вас голос. И в заключение я обещал вам рассказать, как опасный наемный убийца смог выбраться, казалось бы, из безвыходной ситуации. В данном видеофрагменте вы можете наблюдать, как опасный наемный убийца совершает преступление в публичном месте. Обратите внимание на орудие преступления и на предметы, окружающие соперников. Да-да, вы все правильно увидели. В руке у него книга, и окружают их тоже книги. Из чего можно сделать вывод, что книги опасны не только морально и психологически, но и физически. Берегите себя и родных.
А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, сделайте красную кнопку серой и до новых встреч!